Если ты хорошо вел себя целый год, то к тебе приходят северные эльфы. Для других же детей существует четкий эльф. Четкий эльф – это сука я. Если ты не помогал мамке, обижал слабых, жег кнопки в лифте, вот, курил, бухал, сука ничего не делал, не чистил зубы, то тогда вместо Деда Мороза и эльфов прихожу я. Ну и дарю, короче, ссылки на игры. Ну, тема неплохая, платят нормально. Ну, сука, все вечно думают, что у меня меньше работы, чем у других. Я тебе отвечаю, даже летом приходится пахать, если какие-то родаки, сука, решили, что они самые умные и могут купить своему малому, который, хуя себе, плохо себя вел, телефон. Ну, чё-то я не по теме, я же тут ради дела пришел. Чё смотришь, блядь, стартуем? Если ты не научился водить, до сих пор не знаешь дорожных правил, то у меня для тебя есть подарок. Пи***ды, с***а. Шучу. По чесноку темка для тебя есть, но обычно малые в нее шпилят, но под Новый год самое то. В Dear Pandas Bus Driver Christmas тебе, короче, будет надо развозить животных в разные места по их предпочтениям. Особенность игрулины в том, что тут автоматически генерируется мир и ситуации, из-за чего бывает реально не знаешь, что делать. И нельзя позвонить кому-то, что приехал, порешал. Но самое главное, что в игре есть добрый посыл и до хуя снега. Если за окном не видать снега, и у тебя даже нет косаря на Новый год, то я отвечаю, ты лошара. Но я знаю, как поднять тебе новогоднее настроение. В этой игре ты, короче, поможешь нарядить Деду Морозу елочку, ну там дождиком, хуждиком. Но предварительно надо, короче, зачистить город от зомби. Санта, значит, пришел такой раздавать подарки, а тут и облом. Куча дохляков и зомбаков ждут тебя в квесте под названием «Санта VS Zombies 2». Ну чё делать, приходится как-то довыкручиваться, решать всякие головоломки там и спасать праздник. Из особенностей скажу, что тут клевое сочетание праздника и крови нежити. Тут даже всякое оружие есть против этих зомбарей. Да, Санта сюрикены бросает, бабочки, топоры, не промах, деда. Ну чё еще сказать? От себя добавлю, все красиво выполнено, интересные головоломки. Ну постарались разрабы, пацаны вообще, ребята, четко все. Знаешь, как Деду Морозу сложно доставлять новогодние подарки? У него кирдак такой. И ты, короче, пробуешь залезть в эту форточку или как его там, дымоход, блядь. Я тоже задавался вопросом, как он это делает, пока не пошпилил в эту игрулину. В игре Official Amazing Santa раскрываются все секреты и тонкости работы деда. Чтобы доставить подарки детям и пролезть между узких щелей, тебе потребуется жрать грибы для уменьшения. Трудность в том, что Санта же предан миссис Санта и потому не умеет ходить налево, а ходит только направо. Вот из-за этих трудностей, препятствий, призраков и ограничения по времени способностей приходится как-то и выкручиваться. Короче, если ты еще до сих пор не почувствовал новогоднее настроение, то у меня плохие новости. Остались и только эти. Зомби против растений. Но не простые, конечно, новогодние. Я же это... не посоветую. Plants vs Zombies 2 Fastivus. Пиндосовская хуйня. Это крутое новогоднее обновление, в котором все растения и зомбари переоделись в праздничный наряд. Но не только переоделись, тут и появилось много новых локаций и новогодних растений, вроде шишковых катапульт и огнедышащих цветов. Кругом растения, обмотанные шарфами, а зомби в новогодних шапках играют новогодние темы. Классно вышло. Ну вот и все. А, сука, вечно забываю. Пятая игрулина. Весьма крутой подарок, хоть ты его и не заслуживаешь. Но праздник, сука, должен быть у каждого. Ну как от новогодней песни «Владимирский Централ». Да, она новогодняя. А ты не знал? Там же в припеве этот «Владимирский Централ, ветер северный». Новогодняя тема. The Snowman and the Snoop Dogg – это, я отвечаю, самая жирная новогодняя игра. Ее, короче, сделали по мультику, да, с таким же названием.
Посмотри, не поленись. Классный, я чуть не заплакал, как шкура. В игре ты, короче, должен помочь снеговику и пацану добраться до Северного полюса. Тут даже много разных уровней, которые ты сможешь пройти с корешами. Дело в том, что тут, короче, второй игрок может тыкать в снежинки, чтобы накапливать какие-то бонусы, не знаю. Пока второй летает. Короче, крутая шпила. И музон тут четкий, и графон, в общем, все на высоте. Короче, Новый год внутри почувствуешь, прям, в душе там. Ну вот и все. Чтоб не было такого хуевого Нового года в следующий раз, ты не веди себя хуево. Че вам пожелать? Желаю, чтобы у вас хорошо стояла елка, чтобы была на праздник тёлка. Обязательно. Вот, четких фоточек вам на Новый год. И поменьше мутного холодца. Чё-то еще забыл. А, и почаще радуй мамку. А то я приду порадую.